Давай. Вот, похоже на слона. В смысле? На то, что он 3D. Или не похоже? Я сам не пойму. Не то похоже, не то не похоже. Короче, это вот что. Вот так делают 3D рисунки на асфальте. Они с определенной точки становятся объемными. Только с одной точки. Ну, а вот так примерно. Ну, тут надо, конечно, еще вот тени бы подрисовать. Еще как-то вот так вот, как-то вот что-то вот еще надо сделать, короче. Тогда будет похоже. А может, это не на асфальте надо делать вовсе. Ну-ка, подожди-ка. Может быть, вот здесь надо это сделать. Эй, парень, ты где? Где эта мелкота, блин? Твою мать-то. Хрена я тебя унес ее. Перестарался чуток. Да мелкий он, сейчас, блин, этот слон, он меня достал. То здоровый получается на всю вот эту площадь, вот, короче. То мелкий, как вот эта вот мелкая собачка. Мелкая сучка. Все, точку найдете, найти надо, умудриться и отдать. Думаешь, просто так? Ну вот, допустим, как-то вот чуть-чуть сзади такого встать, вот так, как-то вот, во, вот так вот, допустим. О, ну, если вот с этой точки смотреть, то, в принципе, почти похож, нет? Так слишком длинный, по-моему. Чё у него ноги-то в траве, а во-во. Во, вот так, да? Нет? Сохранить. Или нет, не знаю. Можно вот на него вообще залезть, вот так встать. Так вот, хоп. Так вот повернуться чуть-чуть. Выбрать точку. Да, только что вот ботинок этот. Во-во, вот так. Но... Как-то... Блин, сейчас. Чё-то в траву-то пропадает, я не пойму. Везде обман, короче. Везде обман. Везде сплошной... Сплошной наиб... Предлагают сделать вместо лежачих полицейских такие 3D-рисунки.
Ну, не слонов, конечно, но на дороге так едешь. И типа думают, что это будет работать. Угу. Я прикидываю, водитель едет такой по дороге. Там ребенок, например, идет. Толпа, а он не видит ни хера, например. Ну и что тут на асфальте было нарисовано, я не заметил. В столб, бля. А вот если заметит такую дрянь, ну, она, конечно, побольше будет, то можно и испугаться даже. Когда что-нибудь на дороге внезапно так возникает, резко по тормозам. Это очень часто к авариям приводит. Ну, в общем, вот такая вот безделица. Сделана эта безделица в фотошопе. Мелкая, зараза. В фотошопе и перенесена через Unity уже сюда. Да. Вот если ее просто на попа поставить. На попа поставить. Сейчас, подожди. О, получится вот такая дрянь. Короче, картинка растянута в перспективе, вот и все. Причем расширяется кверху, то есть вот так вот. Фэу, 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 фэу. И все. И больше вообще никаких секретов в ней нет. Надо было обычного слона лучше нарисовать, его на дом повесить. Было бы эффективнее. Эффектнее, то есть эффективнее. Эффектнее бы смотрелось. Точно, я знаю, что я сделаю на дом. О, да. Это будет следующая безделица. Ладно, пока.